На дворе осень, а это значит, что наступил сезон ОРВИ, гриппа и других заболеваний. Одни берут талоны, другие могут часами ожидать очереди на прием к врачу. Предлагаю узнать, довольны ли когалымчане качеством обслуживания в городской больнице. Обслуживание в городской больнице, я им полностью удовлетворен. Все необходимые услуги, которые мне требуются, они оказываются в полном объеме. Я доволен, у меня никаких претензий к ним нету. Ну, вполне устраивает. Да, очень нравится. Да, нормально. Да, нравится. Количество специалистов, например, не все есть специальности. Мне конкретно нужен один специалист, его нет в городской больнице. Приходится платно. Не знаю, меня все устраивает. А ну, специалистов, которых здесь нету, приходится ездить, ну, либо в Сургут, либо еще куда-то. Ничего, у нас все и так отлично. Очень долго. Вот бывает даже запись к терапевту, очень долго ждешь. Бывает, вообще нет мест записаться. Лично мне не приходилось достаточно долго ожидать. У меня проблем нет, у нее никогда не было. То есть, особенно, когда не работаешь, потому что, когда работаешь, не всегда еще и отпускают. Не было такого, что прям я сильно долго ждала. А нет, по времени записался, нормально. По 10-бальной? 20. Мне очень нравится, особенно детские врачи, стоматологи. Я прям оценила их труд. Мне нравится. Все специалисты, которым я подал на прием, были со мной вежливы. Другое дело, сами пациенты. В очередях неоднократно возникали всякие словесные перепалки и конфликты. Поэтому больше у меня претензий на самом деле к посетителям больницы. По итогам опроса можно сделать вывод. Большинству когалымчан обслуживание в городской больнице нравится. Врачи принимают вовремя, очереди незначительные, а сервис хороший. Елена Ковтун, Николай Гаркуша. Наши города.